страшно, еще полчаса отключись, ему в той комнате, сука, перед звездочетом ебучими. Бафы обдавите хоть какие. И заведите сюда трэш, сейчас патруль придет. Уже идет патруль. Все внутрь. Все внутрь. Тотем это все уберите. Кокс, это у тебя в ДЦ жили такое понятие? Что это за огромный шар делает? Это абсорб 25% от всего урона. То есть он дохуя дает. Ну да, то есть четверть его урона снимает. Как прожимка получается у ДКшников Т4. Она раз сколько проклят? Она контролируется раз в 3 минуты. А, нормально. Комната лич, ёптвою мать. Турбо, ты чё, видео Ленор кинул? Не знаю, наверное. А, да, он мне не отвечал. 4 дня я ему писал в поезд. Маги, пуршите, блядь, быстрее. Живо, маги, сползти. Качели, поиграем быстрее. Говоришь, ты обиделся на него, я понял. А звезда чё там? Блять. Взял мастера в таргет, пытаюсь похилить. Думаю, чё не так. А, сбегаем начало инстану. Чё там, Лёх, тебе нужна эта тринка? Да не особо. Ну всё, старый, давай, будешь писюном плести. Честно, это моё влаги. Сейчас, где ты? И стоять выёбываться в Долоране, а в рейдах переодеться. Ну всё, ну хочешь, говорит, сейчас писюн тебе покажу. Я буду этот пистон показывать Антону в скайпе. Так. И чё, турбо много тебе даст 4 куска? По твоим расчётам? На самом деле не совсем много. На мага говенный Т4. Ну, а, фрост маги Т5. Так. Говорят, разрывают. Ну, у нас и без следующих приори, так что на вторую шмотку. Как и демон Локи. Короче, сука, только прибежал нахуй. Ладно, подожди. Сейчас стоим, не пулим. Как его? Ресаем. Ресаю спокойно, можете делать что угодно, я не ловлю бой и всех ресаю. Так что можете танчить по КД и падать по КД. КД 16, блин. Давайте сперва падать справа. Там и такие вайтовые мобы вообще изи. Дрейфса дали, починитесь. Джи сзади. Так что тот ворлок, который вас соберет первые 4 Т5 или хотя бы 2. Делай себе демона, будешь давать спокойно 38 тысяч. Нет, будешь, наверное, с тобой, чтоб не было на всякий случай. Давайте вот этот справа, вот эти прям, изи просто, а вот я залили и все. Лайтовые могут. На ну, пол, только давайте. Они меня могут убить, конечно. Лайтовый, говоришь? Боб повесился. Ну отверните их нахуй. Прохил рейда. Это вот оруженосец, сегодня, видишь, затестался, по-моему. А маз диспел пашка тут? Наверное. Потому что не раз в 3 секунды. Ой, там на нас садомахи. Вообще ни одной боешки не упало, да? О, знаки Элидана. Знаки Элидария, вы знаете, да, что можно покупать? За них потом бабан 250 покупаются на СПД. И, да, ну, только... их, короче, как обычно, как БКшные. Только они апнутые. Да?
Да, а это фласки, которые, да, они есть в Шатрате, продаются в либо Алдоров, либо провидцев, как у кого. Один знак Элидария, одна фласка. БКшная. Это понятно, я тебе про другое. Они также дают, как БКшные, залпы, да, или больше? Да, да. Также дают, как... Все, да, так же, как она здесь. И только, грубо говоря, это, ну, шляпа стоит, и ты выбился, как бы, да, знак, пошел, купился, там, 10 классов, 10 знаков. Ты голды вообще не потратил. Да только они работают только здесь. В целка их не повязать. Ну зато в этих инстах можно, не? Да, в этих инстах можно. Как раз только в этих и можно. Не, можно в этих еще. Ну вот эти вот новые. РБК, ну. Да. Ну, которые к КБшке относятся, то да. Угу. Только реп это нарочно там. Только центури... одна Алидари стоит одна фласка, да? Да, да. Только репу нужно прокачать. Ну, провидцы или Шатар, провидцы Алдоры, кинорийские экспедиции. Я понял. Быстрее, дамажьте. Сука, два раза кастовал. Я чуть не умер. ДБ. Ага. Все немного пошло. О, сука, сука, трэша тут. Тут больше всего. Пилили, пошли. Здесь. Быстрее. Только верните их, пожалуйста. Сразу не начинай. Можно бомжить. Пол далее. Дисперс. Вот эти-то 4 дефка. Деф, отдайте. Дим. Нету. Я Дим, себя да. Дефал на роботе. Что-то расслабился, мне кажется. Да, просто многие кто-то фкашит. Маликет написал, что он отойдет. Ну, короче, нас здесь два хила хилили вот на этом трэше. Нормально. Три, чё ты пиздишь? Ну, я и Ладждан только хилил, я сдох потом. Как бы доктор есть у нас еще. А, ну ДЦ, хорошо, ну ДЦ плохо показывает. Давайте пока. Это кто-то клинику пересмотрел, что доктор Кокс подписал сюда? Угу, именно. Что там был доктор Кокс, что ли? Да. Фамилия была Кокс, доктор. Давайте там Джей Ди и так далее еще назовемся, не? О-о-о. Хорошо. Так. Топовый. Вес эти части. И вот стёрк там, и погнали. Тихо, погнали, там, конечно, много... Патруль. Другое. Пиздец, вот тут трэш, это шок. Человек к нам подойдет. А его, типа, надо везти еще? Да. Зато сейчас воронки посыпят. Череп, быстро в череп, сейчас череп будет в контроле. Сейчас меня возьмет чек. Не убей. На, вампир. Ох, суки вы, блядь. Ярости недостаточно. Слейте череп. Ребят, убейте череп. Иначе он будет вас контролить и будет. Чего его долго так бьете? Потому что половина сдохла, половина не бьет.
Угу, хорошо. Ну, я, короче, еще минут 20 ухожу. У тебя нет выбора. Ну, сори, но как бы не рано. У тебя... Потом мы добра и здесь не делаем, но если первый раз вайпаем... Сейчас, секунду. А, уже дали. И второй вайпаешь. Два раза, если вайпаемся, можешь уходить. Уходи, дверь закрой. Ну, как видишь, заклинание «Жажда крови», героизм и барабаны Нистоса не дают положительные эффекты. Быстрее. Танки по этот. Здесь бахните хотя бы. Бахаем. Пока не пришли, не пришли мобы. Быстрее этих забиваем. А кто-то делает барабаны на скорость атаки? От них, по-моему, когда должно вешать? Нет, на них когда не вешается, его может вязать только кожевник. По черепу. И это БКшные. Быстрее. Барабаны. Быстрее, все по черепу сыграли. Я в контроле. Сейчас пиздаться. Попробуйте там ДКшные стало. Что-нибудь работать, не поймал. Заткнуть его просто. Пизда, меня нахуй заколотили, блядь. Заебись. Еще и заведился, ебаный. Ты заведился, да? Все, уводите, уводите. Давайте добьем вот этих ублюдков, пусть стоит там дороже. Через 40 секунд вернусь. Ты что, каждого моба Алиса срываешь? Я взрываю чёмных зомби. У меня на них макрос. Я понял, но это... Имею в виду, а не смысл... есть смысл взрывать троих подряд, а не по одному? Ну, трёх вместе. Отходите, мобы. Вместе ты не сорвёшь на взрыве трупа, если когда... А я не знаю, Mass Dispel работает на контроль, снимает или нет? Нет. Смотри, какой красавчик стоит. А что ты, Тёма, без 2-4 играешь? Да. Почему? Я вас сейчас ресую, пока вы бьете, но вы что-то дохнете слишком много за раз, я не успеваю всех ресать, чтобы вы били дальше. Мне кажется, больше профита будет. Да. Пришел ты с умом, Турас? У нас Виби, короче, этот мисклик. Стоит, короче, жижу кост. Говорите, воронки посыпятся. Корт, он еще не вечер. Леха, это тут корт. Ну, у нас вот мы весь зал зачистили, воронок 6 или 7 было, наверное. Как повезет. Понимаешь, это вот как у меня, я этот круто 300 раз рулетку, и мне ни одного брюля не упало, да? О, да, есть такое. Монет лутает, два брюля, знаешь, вот нормально так. Я с одной монетки на престил утонул, сука, брюль на варе, я не могу утонуть ни с кого, нахуй, никогда, нахуй, в жизни не утонул, блин. Я недавно 8 скрутил, 2 руны лили и все. Ну, ребят, у меня ДКшник с 10-го левела, короче.
чисто, ну, вот этот стартом шмоте, там, сколько у него, не знаю, 70-й, это левел, 2 бриллианта. И я им вообще не собираюсь... Я им вообще не собираюсь играть, просто, я не знаю, зачем я его создал. И для тебя отдельный котел уже прикатал. Вот и бояшки пошли. Я на пристане мог, не могу лудануть, на варне. Поезд у приста, нормально, да. Ебе. А, не твой. А где моб, который контролит? Ну, он контролит. О, идет. С черепом ходит по кругу, по внутреннему мастеру, а, посмотри. Вот, ну, что-то он на месте стоит, я даже за ним не слежу. Ой, юка, гэцэн. Стоим. Предлагаю дать веру на нем. Дайте веру, что. Да, блять, зря. А нас пойдет. Сейчас мы вас отпиздим под герой, нахуй. Смотри, да. Блядь. Я им на хп кастую, все нормально. Ладно, ненормально. Подесли. Все, больше не будет этих вот контролей? Нет, нет. Нормально. Да, конечно, трэш тут жесткий сделали. Раньше он таким не был. Не, жесткий трэш в РБК. Ты как бы согласно рейду против боли не... О, господи, в РБК мы в тот раз... Он спросите у Метиса, он вчера ходил в ботанику. Мне кажется, в РБК с анхоликом это изи. Вчера Метис ходил в ботанику, сколько, Паша? Часа три, наверное, там, да? Четыре. Это смотря с каким пати пойти. Мы ботанику за 12 минут чистили. Просто представляешь, 4 часа, блядь. Ну смотри, в ботанике и там только... Ты можешь добежать пока... А, не надо. Не... Первого, второго, третьего босса скипуется. Бьет столько четвертый и пятый босс. Какой я вам ботанику, ботанику? Я хоть когда-то эту хуйню, блядь, сролил хоть какую-то, блядь. А смысл вот этих бояшек? Ты видел, сколько они стоят на ауке? По 400. Кстати, за 5 кольчужные, 400 голды. Пояс 800 голды. Короче, все шмотки... 400 голды. До 1000. Все шмотки до 1000, кроме шеи. Шея, по-моему, ЗС стоит что-то в районе десятки. 15. На силу, которая? Да, которая с экспертизой. Ну, знаешь, 400 голды на дороге не валяют. Конечно, да, особенно конечно. В том, что я, блядь, вообще не мог... Нету времени фармить голды. Вон, это запы этому отдайте. Карасену, наверное. Он, кстати, сходил со мной на манекен, ДПС поднял. Ёлки, запы. Пяточку начал давать. Он таки такую херню у неё посмотрел, блядь. Там много. Я все-таки предлагаю убить два танка, чтобы один танк, этот, как его называется, ну, страховал, короче, жрецов. А косты, да, слышишь, там тиками сбиваются или нет? Да, с тиками только жрецов потанчит хули. Тиками сбиваются, да? Тиками не сбиваются. По-моему, нет. Что не такое? Не сбиваются ни киками, ни станом. А, не станами сбиваются. Так, сбивается станами, сбивается салом. И сбивается роговским этим. Да, роговским гоуджем. Нет, и... не пинком. И блайндом. Гоудж это, блядь, не пинок. Ебал. А, ну все, ну мне, я просто не супер раз сбивался. Парализуешь. Паладина в репитом сбивает. Фиром локовским. Овцой. Ну, фир локовский это долго. Салом массовый у эльфов. В общем, народ, главное это кикнуть косты. Если не кикнем, короче, там. Надо про товар оставить.
Там 6 лямов с одного захила босса захиливает. 10. Или 7. Что-то 10. Такое. А, даже видишь, 10. 10%. Но мы когда били, я... У меня не проценты стояли, или миллионы стояли, 6 лямов был. 10% он захилил. Чуть не пойму, изучил чертеж и где-то не могу его найти. Павлик. Он ищи внизу. Срез хила должен работать на это, то есть яд, либо прицельный выстрел, ханта, все равно. Так, рыба у меня одна, рыбу поедем. Стой, я рыбу поставил. У меня есть. Да я уже поставил. Да, вы побежали, сюда идите. Улбав даем, рыбу едем. Ребят, а вы силки из хилл скинуть, да. Да. Силки скидывайте. ТП Долоран. Время есть покурить? Фаст. Пока скидывают у силки, да. Давайте вперед. Турбыч поставь, или я припиво. Ставьте там ТП. Пусть скинут усилки. Старый, у тебя есть 300 голд или 400? Да, как хил. Ребят, у кого есть 300 голды займы? Обмен звезде, кинь. Бля, где мой чертёж? Насколько я знаю, они не стакаются. Не стакаются. Именно. Оля. Чертёж... Не надо. Чертёж 30... Какого-то 130-го левела. Он внизу в самом, Павлик. Это приблизительно уровень БК, когда ты профи делал. Все, суммоньте, доктором. Кого суммон, плюс че? Я-то эту хуйню услышал, мне нихуя не стакается. Это не ПВП, это ПВЕ, но не вообще возможно не пашет эта хуйня. Тыкаем. Плюс у нас армс. Суммоним. Лучше, чтобы не париться тем, как уменьшить хил, лучше париться тем, как сбивать косты, блядь, не ебать всем сбивать. Раз, про товар Void нас все сбивал. Ну да. Void, молодец. Сейчас будет 2 дк. О, все у нас давно не включалось-то. Ну а так-то вообще-то есть туреновские станы, вон насколько тут человек туренов. Очень много, короче. Еще кого-то надо? Пока что друид. Макет. Все засумонились? Друид. Да, все тут. Чек на готовность. Для тех, кто не был, стоим в кругу, с круга не выходим. Будет появляться, босс будет исчезать. Будет появляться 3 белых столба света. Соответственно, с них будет 2 волны трэша. Первую мы заливаем АОЕ. Соответственно, будет у нас по танкам и Венара микстурка. Вторая волна. То есть, Арнальд, ты тут был? Правильно понимаю? Был. А, ты не был? А, не был. Смотри, она же вроде еще какой-то дебаф кидает, который надо... Стопните флот, пожалуйста. Да, дебаф вы на золотое кольцо. Смотри, будет первая волна, ты ее напуливаешь. Только как вышли мобы, они будут вот как стояли вот здесь примерно. Ну, такие не особо сложные. Далее, соответственно, их зауешиваем. Только вышла волна, у тебя есть ледяная ловушка, которую кидаешь, она морозит на несколько. Соответственно, ты кидаешь в дальнюю колонну. Выбираешь любую сам по усмотрению. Вдалеке от рейда. Понял? Будет 3 столба света. Первая волна будет трэш, вторая волна будет 2 моба и будет с третьего портала выходить босс. Второй трэш самый главный опасен. Он кидается в контроль. Соответственно, ты должен на любую рандомную этот столб света кинуть как его.
ледяную ловушку, которая в глыбу, да, в глыбу, которая превращает. Соответственно, ты 50 на 50 можешь просто в ловушку засунуть моба. Мы на него отвлекаться не будем. Ну, соответственно, пока не убьем первого. Одного из двух. Соответственно, ребят, появляются мобы. Вливаемся в мобов. Дальше появляется двое больших. Вам надо бить одного моба, соответственно, второго в контроль. Умора, если что, проследишь за вторым, эфир кидаешь. Далее, соответственно, мобы будут хилить босса. Хилят они на 10% его хп. То есть каждый каст. Каст сбивается станами, сбивается с салом. Пинками и тому подобное они не сбиваются. Так что станы экономят. Дальше. На вас будет вешаться дебаф. Гнев астроманта. Да, гнев астроманта. Вам надо с центра убежать от рейда как можно дальше. Если вы не убежите, по истечению там 5 или 6 секунд вас подкинет вверх. И все, кто были с вами рядом, подпрыгнут с вами к потолку. Вы приземлитесь, не умрете, остальные как умрут от урона от падения. Надеюсь, понятно. Короче, гриф астроман, то же самое, что лужа на лане гер. Не вынесли, выехали. Да, дальше. Соответственно, доводим до 15% хп, он превращается в синяка, больше убегать не надо. Бьем босс. Изи. Да, Маликет, когда у тебя будет вторая ката перед рейдом, напишешь, что зачистил. Так, чек на готовность. Сайт, ты в хиле. Не забыл? Да, да, я в хиле. Угу, все. К сожалению. Напишешь тому, кто будет собирать перед РТ, или войду, или мне, или там, что там. Зачистим. Так, все готовы? На пол, на ивинар. Чет на пол. А что там за офхенду, кстати? Стопой, началась. Все бежим сразу в центр. Тайс, знаешь, надеюсь? Геру, давай. Нормально, этот, поворачиваю его бочком и все. Наружу круга. Жопой в центр. Ну ты сюда, сам. Чулан. Чехтамер. Лопасос, лопасос, давай. Же говорите, свой... могу прослакать. Услышали свой ник, тут же вышли с рейда. Пиво вышел. Пиво. Быстро пиво вышел с рейда. Пиво. Угу, отлично. Три портала. Самый дальний. На вот этот левый, который стоит. После трэша. Финиш. После трэша. После трэша первого. АОЕ на пол. Кидай. Кидай, кидай. Бьем. Мор дал по тебе бог. Не вижу ловушки. Ловушку кинь. Плохо. Играем по черепу. Нормально. По черепу играем, через череп. Первый. Как? Каст. Стан дал. Бьем пока что. Быстрее, 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 быстрее. Виби. Виби вышел. Виби вышел быстро. Долго. Второго. Каст, каст, Виби. Каст. Отлично, сбиваем касты. Отлично, по звездочету. Три портала. В левый кинешь, который один стоит. Да нет, не сразу. После первого трэша. Да, этот маленький мел... прошел, кидаешь туда ловушку. На пул дали. Но это на следующем. Мора, готовься одного
кидывать. Черт. Череп вернул, братан. Череп вернули в этот, без метки играем, быстро. Дал стан. Не повесьте только ГКД. Пиво вынет. Пиво, чем быстро, блин. Блинк пиво, блин. Долго. Это косяк. Ты вообще топ. Турбо, блядь. Падайте живее, не выйдите, господи. Он забагает. Не выйдите. Куда вы пошли? Сдохли. Встали в кучу. Ебать, а чё я не... А, на мне гнев был. Ой, сука. Шреддер, выйди на лопососа, дай этот, как его, диван. По-моему, мы его заэвейдили. Ну, отошли, да. Значит. Отошли. Тотемы. На краю дайте вас вес. Да, уже дают. Отбежали, дай рыбку. Сейчас поставлю. Сука, лучше бы я сдохну, не прикидай Герана. Внимательно, пожалуйста, слушайте свои имена. Выбегает они сладко, эти маги чашутся на мир. Локи можете... Пиво. Локи можете поставить порталы. Два раза уже, да? Не, ну первый раз нормально. Ну, ему пять раз повторили, первый раз, второй раз такое же. Вы просто так, живете, 5 минут дадим всем Геру. Интернетом, да, он живет там в лесу. Нормально. Ничего. Чек на готовность, давайте, у нас еще один трай. Мы так бах. Когда в него влились, он скажет. Фулл баф дали быстрее. Сопрот не нужен, Паша, на ДД выпей. Нет, не нужен. Какие сопрот нужны? Так, все готовы? Отпились, надеюсь, отчет на пол. Что там, Гера будет? Нет. Пока что нет. Через 5 минут будем. На мне какой огнём, на меня аж раз, блядь. ПМ разрывается. Так, уходит. Нет. Рано. Рано кидаешь. Хант, рано. Только трэш выйдет, потом кинь. Вот, первый трэш вышел. С него больше не идет. Вот, вот. Только сейчас кидаешь. 9 секунд. 5 секунд острома. По без метки играем быстрее. Босса вместе с мобом. На метку не следи. Давай, череп. Сбили. Дауфир. Сбили. Тыч. Царь обезьян. Как после трэша на любую издай. Кидай. Поздно. Ну, да. Рано. Не кидай так раньше времени. Именно кидай... в столбы кидай. Да, именно в столб. Без метки. Фигарим.
Сейчас. Сбил. ДК пожилой. Пожилой ДК. Вышел, 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 быстро. Следующего. По черепу. Сбили? Отлично. Сбили. Долги. Не торопись. Я скажу, когда кинуть. Кидай. Отлично. Вот сейчас отлично. Турбо дал тебе бог. Там сейчас босс, босс будет. 100%. Отлично. А без метки. Ближе, Дим, ближе. Арнальд вынес, Арнальд. Прыжок Арнальд. Назад, Арнальд. Арнальд, Арнальд. Вышел, вышел, вышел. Отлично. Каст. Следующего. Варлок, ладно, я повешу. Каст. Мастерал. Вар вынес. Мастер. Я вынес, блядь. Вынес, нормально. ТЦ можешь не абсорбить нон-стоп? Я кидаю щит, у меня тело и душа вкачу, чтобы быстрее выбить. Ты ТЦ говоришь не кидать щиты, ты чего? Но тут вообще никого не пробивает. На танк кидай. Стопните флот. Готовься кидать. Он имеет в виду, что он будет кидать на человека с дебафом щиток. С костой. А дамаг тут... Давай, кидай, 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 быстрее. В дальний этап. Отлично. Красавчик. О, отлично. Медвей, медвей, медвей. Только каст не прослакайте. Каст. О, красноязычие, ебать, хакает. Следующего. Пожилой ДК. Старый вынес, ДК старый. Вышел, вышел. Вышел, вышел. Как кидал, так и кидает. Ну ничего. Так сложно выбегать. Слушай, лучше так. Все убегать умеют, не дети. Что ты прям... Ну, сейчас мы смотрим, как все. Пройти до 2 метра. Без ульта бы этот. Ультиматум вынес. Заранее извиняюсь, если коверку ваши нет. Ничего, нормально. Готовимся. Ебать там спама ВЛС. Кидай. Кидай, Боря, кидай. Отлично. Отлично, по черепу. По черепу играем. Следите. Каст. Он вроде Гера. Стоит кофе. Кофе, блин. Кофе вышел. Я вижу. Пьем. На следующем будем. Сбили. С костой катится. Ну и пап. Войд. Войд, ага. У него ботинки. Готов. Так. Че, Геру даем послать? Я скажу, как ты Геру дать. Ловушку. Ловушку. Боря, все вижу.
Тысяча по черепу. Геру. Уматума. Каст. Бел. Это было близко. Это было просто профессионально. Эмора. Угу, бежит. Куда он уходит постоянно? Домой прячется. Кофе налить. Сопи вам. Кидай, Боря, кидай в одну из дальних. Вижу, надо. А нахуй этот дебаф, если он вообще дебаш? Он просто доделает. Печь по черепу. Он должен работать на третьей фазе, да. Да, он. Следующий. Диминишн повешен. 20%. Так, лагман. 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 А чё там? Сорян. Ну, ты ещё не слушал мистер Доебатор, блин. 10%. Закидывай, Боря, дальнее. Блять, плохо. Одного терпила. Все, свернул. По черепу играйте. Привет, свернули. Блять. Давай прожимку, может, спасемся. Прожимки давайте. От падения нет спасения. Я просто реально отвлекся на жреца, который. Че там кто говорил, что все умеют убегать? Да, чуваки. Нормально, ничего. Бывает. Короче, босса чуть-чуть не добили. Давай я в ШП, мне тут хилить. Да, если хотите. Давай в ШП. Давайте бежим сами. Не, у нас он стоит, макет. Можно Малик это нахуй, заряд Бизан ДД спирт. Ну, Малик. Тут нечего чего хилить. Малик тут? Не знаю, что тут как на второй фазе будет. Но сейчас... А, ну, не надо. Так, отвлекаться будем. Лучше сразу залить. Можно прослакать просто. Что прослакать? Алиса, ты уходишь? Или еще остаешься? Рыба. Два человека в ДД нормально будет. Царь в ДД, маленький хиль. Микстурка, ты на бой. Сманить, что ли? Пешком неудобно. Сейчас старушку. Фокса сама. Давайте бафы, фастик.
Сейчас возмафую. Я, наверное, на Last Try. Я тоже. Сейчас будет Last Try. Не убиваем, продолжите завтра. Скорее всего, так. 17 минут. Зато, когда на Геру спал он. Сейчас. Кистевое, кто из наших надо, кидает ролл. Надо кому-то быстрее только. Чисто в ПВП? За 10% тоже бы забрал. Это... Ну, давай. Да, инху с арпом такой себе есть, честно. Обмен кипи. Арпом и нахуй. Талисман. Обхэнд. Эрдрушники. Царь. А Маша что, не надо? Не, на эрдру идет с этой. С я не хочу выпарить. Там с хостой лучше. Так. Это же на хилад надо за 10%. Плеч. Он на хила берет. Но она мне и в хилоспеке, и в этом будет. И так, давайте чек на готовность. Сайт ШП, малитет в хиле. Идем так. Все готовы? А, так, спади. А по танкам что? Корстен, давай-ка в танка. Я в прошлый раз один тогда был. А, нет, тогда Войт сбивал. Ничего, этих трэш танков. Да, да, да. Ты трэш ловишь одного, ну, соответственно, того, которого не контролит. Зато хант научился, блядь. Чек. Жреца ловишь, понял, Лёха? Чё, хант у нас слов? Лёха. Все готовы? Отчёт на пол. Лёха, жрец на тебе. Я слушаю, да. Рано пулишь. Забежали, забежали. Чё Геру. На мети Сальвин не кидал. Набирай. Нет. Прямо пусик. Ладно, Виби. Виби вышел. Вам что, блять, в ПМ не заслуживает нахуй что ли? Пишет же вроде. Вынести в отдельное окно, блять, ПМ. Вот убрали. Парналь вышел живее. Все, дальний спустишь. Какой финиш. Спустишься, поставишь ловушку, да. Кидай. Везучий, по черепу. Да, по черепу. Подводи в боссу. Угу. Раз. Сбил. Нити сумер. А лопасос давай БР. Раз. Доктор. Убежал. ПМ просто засирается. Каст. Отлично. Бафы по метису дали. Полба. Каст. Почему тут расколы под 37 секунд? Не знаю.
Ты да. Раз. Метис, метис, вы нет, метис, метис. Следующего. Каст. Каст. А можем это вот... Каст! Каст! Каст. Ебать, метис. Метис. Ты если чё, готовься его также ферять, Мура. Угу. На нём косноязычие, а лучше нет. Он нет, много отпилил. Нет, если чё. Таунт нажмёшь. Повешу. Теряй одного. Не череп только. Пишем, по черепу играем. Войд вынес. Войд. Войд. Вышел? Угу, все вижу. Подведи. Угу. Следующего. Тяни, тяни. Смотри. Ни одного каста, да? Заебись. Ну там теряет его. Аж один каст прошел у него, нет? Нет. Один каст прошел на прошлом. Да, на прошлом. Так что если тупо три ДДшников топовых оставить на босс? Или не пойдет? Не надо. Кинул? Да. Отлично. Бьем. Войд, Войд, Войд. Войд вышел. Что это? Что такое? Что случилось? Каст. А он на танков не кидает? Нет. Иногда кидает, иногда кидает. Войд. Что? Я тебя полюбил. Выноси. Какая-то хуйня на тебе, говно на капце наклеил. Берите лишний фут. Так, встать можешь? Вставай. Хорст на вынес. Вышел. Да. Чё, давай, Львэр? Давай. Добав лишман. Кидай, Боря. Кидай, Боря. 4 минуты. Как хорошо, что на первой фазе вас, блядь, не кидает дебаф. Это пизда была. Череп вернул. Бейте без метки. Без метки бьем. Ближе к боссу. Честно. Он встан. Станом. Били. Следующего. Тяни, тяни. Может всех фирять, а не после эфира нет. Я так и делал. Пам. Пан вышел. Так, да просто он одного ж контролил. Пан, ты чё? Вот это было настолько опасно, что... Это была четкая игра, нахуй. Видел, как красиво. Я уже хотел фейспалм бить себе.
Я-то пересрал, конечно, но... Я даже не заметил. Ну, лучше так не делай. Ты еще по черепу. Я просто проверил раньше работу. Что именно? Рывок, который он подбрал. Пиво. Пиво вышел. Ты чуть приебало не получил. Слава. Слава, приеми. Героем стал. Эл-Рей. Все сразу ботинки жмут, на. Блять, лучше наверняка, чем проебаться. Ну, а у меня проблема в том, что, блять, когда вешается дебаф, я подвисаю, блядь, из-за того, что я говорю. Спамить ПМ. Ты кинул? Ага, одного кидай по черепу. Готовим станы. Виби здесь, как его. Кидай на него фир. Ладно. Следующий. Чурбан. Спасибо. Если чё, главный танк подводи к мелкому, если видишь, что он... Но он не может подвести, она стоит на месте и постоит. А, ты не ранен. Биби вышел. Ах, сука, те же самые проценты, да, Биби? Чуван, тебе пизда, что ты? Кидай, Боря. Угу. Чё это пизда, на пул-то есть? Они сразу три мобы на него попиздали. Без метки. Без метки. Играем. Биби, теряй его. О, Шансунг. Нас Гера отходил. Ура. Следующий. Тубус. Сорян. Дай Боря. По черепу играем. Мастер вышел. Геру дали. Каст. Ух, подлетел. С контроля вышел. Все, теряю. Косты сбивать. Следующий. Шансунг. Пять процентов. Все. Ренджу набрали. Чуть-чуть. Тремор и шаман. Будут феры.
Фокс на себя антифер. Кинул уже. Мне что-нибудь надо тут, да? Маст диспл помогает? Или не должен. Нужен? Может быть, попробуй. Да, должен, почему нет? Нет? Там не такой дебаф, не магии. Там физух, по-моему. Если нет. Физух, как физух. Так он чёмка идёт. Сопрот от Файнина. Ну и сложный, господи. Ну какой пояс, ля. Какие ну и говно, лут, конечно. Ну и говно. Раз, Тоша, нас пояс было... ты должен забрать. У нас было 37 стаков этого говна. Сейчас 19. Как-то что-то получше стало, походу. Ну как бы да, метис 29. Старый у тебя... Он в прошлый раз тоже был, метис. В прошлый раз. Был, но у него не было 4 ты... Чё, Корстон? ДД мы не спех у тебя, да? Да. Ребят, подождите, не будете? Боря, плюс-минус, тебе нужны эти ботинки? В гильду. Ролим. Портал откройте, маги. Ворон, ну ты капец, вообще, сука. У него сараски, я не думаю, что ему эти ботинки нужны на ханту. А почему вы кидаете ролл? Там же два человека ролл кидают. Роллин. Тубан ну, тоже пользу засрал, бля. Все нормально, старый, хорош тебе. Да ладно, что нормально. Все ролл. Да, завтра продолжим. Завтра, может, в ЗС пойдем? Ну, ребята, я просто хочу спросить. У меня на таймере, я записываю видео, у меня 5 часов прошло. Чё, сколько ИП дашь хотя бы? 3К? 3500. А, стоп, 3 босса. 3500, хватит этого. Ладно, всем спасибо, всем пока, зовите еще. Все, завтра приходите. Даже 3600. Угу. ЗС будет, да? Да, не факт, как? Возможно продолжение его. Не уходи. ЗС попаднее вроде. Я не знаю, но мне кажется, что лучше закрыть тех боссов, которые мы можем закрыть. Потому